А сейчас хочу вам показать наше любимое бистро в IKEA. Ну, любимое, потому что здесь недорого. Цены довольно-таки, ну, сказать, смешные, наверное. Хот-дог по 1 злотой можно взять. Картошку фри 3 злотые. Ну и так далее. Ценник вы сейчас увидите. А хот-дог, кстати, с додатками 2 злотые. Мы когда были, там еще какая-то акция была, и так вышло, что 3 хот-дога, 2 с додатками, 1 обычный и картошка фри, и стакан для холодных напитков нам обошлись в 9 злотых. Холодные напитки можно пить, по-моему, даже в любом количестве. То есть, ну, мы несколько раз подходили, набирали. Можно еще также купить кофе, ну как, стакан для кофе, и там уже так же самое берете, набираете разные виды кофе. Горчица, кетчуп тут. Нам нравится, попробуйте, зайдите, скажите свое мнение.